За год уровень преступности в Эстонии вырос по сравнению с прошлым на 5%. Число краж за первое полугодие увеличилось на 10%. Всего за 6 месяцев нынешнего года зарегистрировано 23 826 преступлений. С начала года численность преступлений в стране снизилась по 101 виду и выросла по 75 видам. На каждые 10 тысяч жителей страны в среднем зарегистрировано 179 преступлений, и больше 40% всех преступлений зарегистрированы в Таллине. Дальше за Таллином по преступности идут и до Вирума, где главным городом называется Нарва, а также другие большие города страны, такие как Тарту и Пярну. В этих городах на 10 тысяч жителей зарегистрировано от 166 до 221 преступлений. За первую половину года участились случаи кражи из торговых точек, их совершено на 12% больше, чем за такой же период в прошлом году. Из этого следует вывод, что каждая четвертая кража в этом году была сделана в магазинах. Также вырос процент краж из транспортных средств на 7%, но и в таком же объеме снизились кражи из жилых помещений. Также вклад в рост числа преступлений внесли и дорожно-транспортные преступления, которые зарегистрированы на 9% больше, чем в прошлом году. Большая часть всех преступлений в ДТП совершена пьяными водителями, но так как законодательство было изменено, то статистику прошлого и нынешних годов сравнить невозможно. Преступлений, связанных с насилием, зарегистрировано за первое полугодие существенно меньше. По сравнению с прошлым годом, тяжелых нарушений общественного порядка было на четверть и телесных повреждений на 7% меньше. Также по всем уездам страны примерно на четверть снизилось число грабежей, а число разбойных нападений с использованием оружия или маски снизилось почти наполовину. В этом году не зарегистрировано еще ни одного ограбления казино.